Всем привет, дорогие друзья, с вами Тутемпалт, а сегодня мы будем играть в Рейк, но мы будем играть не одни. Да, сегодня я вас поздравлю с наступающим Новым годом, желаю счастья, здоровья, любви там и всего прочего. Я вас еще опять буду поздравлять. Но сегодня я еще хочу поздравить Толю, и угадайте, что я сделаю. Захожу я, значит, на страницу в магазине Рейка. Да-да-да, захожу на страницу в магазине Рейка, и посмотрите, даже вы сейчас можете это приобрести не 150 рублей, а 75. Беру в корзину, значит. Да-да-да, я сегодня Толе хочу подарить Рейка, чтобы он со мной сыграл онлайн, и мы для вас записали контент, да. Сейчас найду я, где у меня тут Толя, вот он Толя, зевалка. Продолжить. Так, Анатолий, поздравляю с наступающим Новым годом. Так, поздравляю с наступающим Новым годом. Так, ваша подпись. А, давай без подписи. Ну ладно, давай подпись там. Тутемпалт. Так напишем. Так, да, я это принимаю, я это покупаю. Так. Так, примечание. Продукты, купленные в стране России, могут быть предоставлены Грузии, Казахстан, Узбекистан. Купить. Да, покупаю я ему Рейка. Ваша квитанция. Возвращаюсь в магазин. Средства списаны. Ну и как-то так. Подарил я Толе Рейка. Сейчас вот мы начнем с ним играть, конечно же. Итак, всем привет, дорогие друзья. С вами Тутемпалт и Зевалка, да? Ну да, да, да. А мы сегодня будем играть в Рейка вместе. Обосремся на Новый год. Вон уже у нас Зевалка... Забрал ружье уже, все дела решил забрать, пока я тут с вами разговаривал. Я вот тогда камеру наберу. Говорят, тут еще где-то ружье есть. Блин, жаль, дополнительного ружья нет. Типа одно на двоих ружье? Ну пока да, нам надо будет тогда найти еще ружье. Так, ну ладно, обойдешься. Ах да, тут еще вечная ночь. Личная ночь, но это же вообще... Так, давай по настройкам по вазе. Так, первое рифл, второй снайпер, третья камера, четвертая трап. Камера вот так. Ёб твою мать, он на контур стреляет, ты знал? Да, знал. О, бинокль на Б, на Б бинокль. Так, ну пойдем в это. Я помню, где он примерно может сейчас находиться в сетевой игре. Пойдем, я вот тут камеру сейчас повешу. Ты меня будешь, короче, прикрывать. Конечно. Короче, вас страшно, нахуй. А ты там, да, знаешь... давай, да... полетел вперед, что-то. Ну давай, там... полетели, нахуй. Спринтуй, это типа, знаешь, так, ну, побыстрее. Нет. Так, ну окей. Ебать, он бежит, нахуй. Нихуя себе. Это было быстро, не... Тебя что назад попетил, нахуй? Ну, не то чтобы я прям испугался, но... Так, окей, у нас есть две камеры. Пошли это еще в той стороне у дома поставим. А вообще нам с тобой, Толя, неплохо было бы это понять, на какую кнопочку камера это достается. На тройку камера достается. Да не камера, подожди, а это карта. Карта? Ну, не на М. Вот обычно я вижу, она работала на М. Сейчас я не вижу, где карта.
Ну да, этого придурочного не видно пока. Вот, блин, плохо то, что нету этой карты. А вообще, что-то тут в онлайн-игре карты нет, и в некоторых местах нету камеры, где надо. Это даже интересно, знаешь, типа по памяти ходи, ищи. Ну ладно, мы с тобой справимся. Это, кстати, а ну-ка посмотри в камеру, которая вот у нас рядышком тут стоит. Ну, нулевая. Прям подойди к ней, мне интересно, она двигается от твоего... А, ну давай. Не двигается. Не, она не двигается, она на месте стоит. Я как понял, он ту дальнюю опять снял. Хочешь, пошли туда. А, кстати. Ну, тогда пошли, короче, в другую сторону, где было антинарез. Надо туда идти, где он. Мы его сейчас там будем бить. Да. Ну и что? Пошли туда. Пока он меня будет насиловать. Будем искать вторую винтовку, бо я-то хоть стрелок хороший. Ну вот я вот тебе хочу сказать по памяти то, что в той стороне есть. Вторая винтовка, блядь! Ёб твою мать! Получи, сука, лови. Попал нахуй, заебись. Два раза по нему попал. Давай, пошли дальше. Так, давай, я ставлю тут камеру, бегу нахуй. Блять, он снял? Лечу, блять. Подожди. Так, короче, вот сюда идем. Ты с фонарем или че? Не, она на месте. Так, идем сюда. Ты где? А, беги, вот. Это, короче, как в том мемчике, когда это сходил в туалет и быстренько бежишь, чтобы тебя монстр из темноты не смотрел. Ставим сюда камеру еще. Ух, а тут что, типа болото должно да, быть? Да, тут типа болото, если мне память... А где нужна... Шрек? Болото и без Шрека. Короче, по-моему, где-то здесь подъем на эту гору, потом по этой горе я иду до вышки. Блять, я в какие-то кусты свалился, а прыгать нельзя, нахуй, заебись. А, во, все, прошел. Короче, вот в этом месте... Вот в этом месте у нас вышка, и в вышке должно быть ружье, ну дай бог. Всякие ветры. Ружья нет, есть патрики. Забрал патрики. Патрик. Пусть будет. Я-то две пачки взял. Так, ладно, если тут нет патриков. А, не, есть патрики. Ну, то есть ружья нет. Короче, надо тогда. Слышь, короче, надо нам, знаешь, куда идти тогда? Куда? Пойдем вон это обратно, иди ко мне, я вон тебя вижу по свету. Нихуя себе, а и ты поставил. А что, звук такой мощный был? Да. Жень, короче, ты где? Я тебя вот потерял. Я, вот немножко. Я фонарил свечу, видишь? Я огонь уже хотел открыть. Бляха, эту скотину камеры снимает. Короче, вот сейчас вот пойдем сюда. Там, по идее, там должен есть? Быть заброшенный дом, в котором должно быть ружье по любасу. Ну, если я, конечно, по памяти сейчас найду, потому что тут, во-первых, вечная ночь в сетевой игре, во-вторых, нет этой карты. Ну да, карты нету, там на Escape нажать, там будет управление. Пипец какой-то вообще. Идем в какие-то дебри, ты точно знаешь, куда идти? Ну да, сейчас до конца карты, когда идем, там должен быть... Ну мы в натуре как бы до конца карты дошли. Так. Ага, давай тут пройдем вот вдоль. Ты за мной идешь, да? Да. Это же ты, да? Да, я. Так, ладно, пофиг. Точно, наверное, не тут или тут. Не, не тут. А ты куда? Данечка, я тебя потерял. Я тебя видел. Блин. Короче, знаешь, куда я залез? Куда ты залез? Я залез туда, где ты сейчас, вот. Туда, где ты. Ну что, давай еще выше залезем каким-то образом. Не, все, это не то. Пошли вниз, это не то. Я уже понял, это не то, пошли вниз. Пошли вниз. Стоп, ты только сейчас понял, что ты не... Да. Не, я имею в виду не в обратную сторону, а вдоль горы. Вот вдоль горы тут точно заброшка есть. Так, тогда надо это вот тут идти. Вон там хата какая-то, или что это, чёрная-то? Хату, ну, я же говорю, хата чья-то стоит. Зашибись. Вот ты ее уже увидел? Как стоит, ты ее увидел? Подай. Офигенно. А, нет, там хата. А, ты, это не хата, думал, слышь. Ты думал, пора. А, не, во-во-во-во-во, да, я про эту заброшку говорю. Короче, я забегаю на второй этаж. Куда забегаешь? Ну, а? Да, забегаю, ищу ружье. Блять! Где? Пиздец.
А где он? Ебать, я обосрался, он прям передо мной выскочил. Короче, ты мне его отдал или что? Ты что забрал? А вот оно у меня, воу. У меня теперь есть снайпа. Во, я же сказал есть. Хочешь, тебе снайпу тоже достанем? Да, мне-то она зачем? А она в этом, она еще... Ёп! Ты где, блядь? Да я тут хотел пошарить. Ты куда? Че, тоже скрим поймал, как я? А, ты... Да. А, ты в дырке поймал, ёп, понимаете? В дырке скример поймал. А я поймал, когда вот здесь вошел, блядь. Ебать, я все равно. Короче, у нас есть, получается, 17 патронов на винтовку. Как только они закончатся, пойдем за второй винтовкой на болото. Ну, на другой, которая в его логове. Сейчас тогда давай это, примерно вспомним, где наш фургон. Пойдем к фургону по камерам палить. Фургон где-то в той стороне. Да, где-то в той стороне. Звуки страшные такие. Вообще пиздец. А животных, да. Кстати, вот жаль, в онлайн нет животных, как в обычном рейке. Сейчас он с дерева, блядь, прыгнет. Да, ты где? Пошли отсюда. Вот я на... Вот, а, вот ты... Пиздец страшно. Этот страх можно было сравнить только в арке, когда твои туры не стрелять начинают. Да, да. Бля, ну знаешь, можно конкретно обосраться, когда это вот внезапно возникает перед тобой, бля, гора не по плану. Мы вот тут с тобой шляемся, шляемся, а чего шляем? Бля, хуй знает куда пошли, нахуй, где фургон. Вот я вижу болото, вот, на, нам в ту сторону. Так, я вижу. Ты где есть вообще? Я вон, я вижу, я внизу, я вон. Внизу, как обычно, давай, внизу пищевые цепочки. Я сверхчеловек, я могу по скалам лазить. Да я тоже по скале лезу. А давай от болота тогда, от болота пойдем. Вон, видишь эту вышку, у которой были, давай от нее до фургона. Я вот прям возле нее стою. Я залез прям на эту. Куда ты залез? На горную залез. Давай к этой, к вышке спускай, сейчас от нее пойдем до фургона. Залез на эту гору и ничего не могу. А то как-то и... одному, знаешь, как-то одному страшно. Ты где? Бля, а, вот, нахуй. Чё, знаешь, вот звук такой был, как вон ты. Я вон, смотри, я вон там вижу свет, пойдем туда. Пойдем. Я что-то, знаешь, ай, блядь, я что-то звук слышал, как будто ты где-то в жопе мира был. Кстати, если... Ну я сзади тебя все это время был просто. Если пойти в этот, если пойти в лес там где-то вглубь, можно найти капкан и еще капканами его отъебашить. Не, это однозначно не та сторона, фургон где-то полевый. Ну что на этой верхушке, в этой фигне деревянной должен? Это мы уже в лес пришли, наверное. Тут нет ничего. Да он в основном у этого, наверное, сидит. Вот там что-то должно. Это уже все, это уже лес. Но тут нет ничего. О, вон там точно что-то должно. Вот тут где-то в глуби леса. Не, в толчке нет ничего. А, ебать, от толчка, по идее, идти налево, и можно найти дом с капканами. Пошли. Но он толчок. Такой зеленый. Ты что-то не туда пошел. По фонарю тебя я вижу. Кабана нашел, и я нашел дом. Где? А, во. Кабан. Дури кабан. Давай ты первый в дом войдешь. Я пристрелил кабана. Зачем мы его как приманку можем использовать? Давай заходи. О, тут есть ведро, можно я? О, смотри, ведро? Давай я два капкана возьму, а ты один что ли? А чё, а это где? Дом? Да, это дом с капканами. О, 12 капканов, нихуя себе. Короче, мы теперь с тобой точно пойдем сейчас к фургону. Вау, а у меня 11, нифига себе. А у меня 12, нихуя себе. Давай я капкан на кабана положу, а где кабан? Вот кабан. Давай вот в натуре, вдруг он подойдет. Пойдем в это. Прям в кабана воткнул.
к фургону тогда, сейчас там камеры, где у нас стоят. Обычно поставим, короче, там. Блять! Нихуя себе, я попал. Нихуя себе. Лови, сука, куда побежал, чувак? Лови, 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 там директор НТВ забрал. Ебать, вижу. Ты повернулся и пришел. Блять, я промахнулся. Что ты косой такой? Да я не успел, да он уже отбежал там вообще. Я, знаешь, я вдалеке вообще стоял. Тут прицел что-то у винтовки такой себе. Сама винтовка такая себе. Нам директор НТВ обязан за это забыть. Пойдем вот по этой дороге, там где-то примерно наш фургон поставим. О, что-то лежит. Да-да-да. Винтовка. Винтовка? Да. О, аптечку возьми. Тебе нужнее будет, наверное. Ну я возьму винтовку, типа че. А я что-то не вижу, на какую кнопку у меня аптека. А ну, тебя подхилила она или нет? А? Тебя аптека подхилила? Да. А, я понял, зачем она тогда. А типа тут нельзя ее из инвентаря использовать, она типа сразу хилит. Бля, проебали а где аптеку. Наш дом? Где наш фургон? Где наш дом? Он относительно. Бля, пойдем туда. Он в той стороне. В той стороне. Уверен? Я обязан быть уверен. Даже если не уверен. Да, он должен быть в той стороне. Потому что я так сказал. А если я так сказал, значит, ну так и есть. Надо, ну, он это... где-то в той стороне должен. Тут я, конечно, нифига не видно, я бы гамму прописал. Блядь, пиздец, деревьев что ли падает? И чё за деревьев звук? Падает, суицид. И чё за звук, нахуй? По деревьям. Ты знаешь, он когда будет бежать на тебя, ты капкан под себя ставит. Да я не успею, он быстрый, сука. Если ты успеешь, будем ловить этого чмошника на капкан. Тут блестящая полена лежит. Блять, ты куда делся? Я пошел вперед по тропинке. Блять, я вперед по тропинке пошел. Да, друзья, поддержите все лайками. А знаешь, что я понял? Я понял то, что не к дому пошел. Ты пошел к болоту за снайпой. К болоту? Да. Про лаган. Че, тоже лагануло? Да. А, ебать, еще пизжи, ты нашел водопад, охуеть. Это же сила Шрека. Там, по идее, за водопадом что-то полезное есть. Ну, ты знаешь, тут лежат патроны. Не для нашего оружия. Для твоего ружья. Нет, не для моего. В смысле? Я не могу взять. Я тоже. А, заебись. Согласен. Да, выше тут как-то залезть. Да не, выше не надо, это уж конец тут карты. Короче, я как понял, нам надо идти чисто прямо назад, и так мы дойдем до нашего фургона. Да, чисто прямо назад. А как нам чисто прямо назад, если вылезть отсюда? Ну это, короче, смотри. Да вот спуститься мы сюда смогли, а вот, я... Ой, не, дядя лагает, тут что? FPS упало, да? О, 40 опять. У меня. Короче, давай вон туда вот, да. Вот прям вот куда я бегу. Прям туда надо. Да, прям туда. Не, я же это в одного рейка играл. Это кто грохнулся? Я его грохнул, да, один. Нет, я к тому, что это ты там через кусты провалил. Так, а тут чё? Ага, так, туда. Горы какие-то. Так, ты там сзади? Да, ты сзади. Ружьё да, зря убрал, лучше с ним бегать. Да я говорю, я капкан под себя ставил. Ебать кусты, сука, в кустах застрял, вот, отошёл. Блять, опять кусты. Пиздец, прям по кустам хуярим, похуй. Ну, кусты странные тут. Просто было удалить коллидеру этих кустов лагов.
Я так думаю. О, уже какую-то вышку вижу, нормально. О, вижу. Это наш дом. Точно? Да. Ты прям уверен? Да. А, да, во, я ж сказал тоже, сейчас к дому придем. Пошли эти. Давай теперь ты пойдешь вешать камеру, а я... О, он даже тут снял, смотри. Точно, спиздил камеру. Иди на дальнюю, а я со снайпой постою. Чё ты пошел или чё? Полетели. Сейчас я тогда, короче, достану винтарь. И посмотрю. Все, камеры закончились. Так, а где он? Чё, капкан, что ли, поставишь? Что-то его не видно. Ты ставил капкан? Да. А куда он делся-то? Вот он. Блин. Да капкан-то я вижу, то, что тут чё, продамажил, что ли? Я в него попал. А. Ай! Не можно много раз попасть, он с собака бьется, больно. Хорош. Я пошел домой. Помрешь, как Рейка убивать. Пойдем в этой камеры попелим. Какие есть. Какие камеры, если ноги обломало бы тут капкан. А может аптечка резнулась? Не, аптечки нет. Так, КМ0, КМ1. Ебать по камерам стрёмно смотреть. Да что ж ты, я присесть хочу, он стрим. Присесть он хочет. Так. Вот это вот дальнее самое интересное. А, он мне... Зайди в палатку у нас, короче, которая рядом с фургоном, и возьми там этот корм для кабана. Блять, бежит. Ебать, он тут прям возле камеры бежит на капкан, нахуй. Где он? Ну он, стой, он уже убежал, короче, он сейчас в капкане был, попался, уже убежал. Там, короче, в палатке в зеленой есть это, корм для кабана, по-моему. Тут есть корм для меня в виде птички, но никак не для кабана. А, для кабана нет? Такие пакетики. Нет. Там была... Не, нету никаких пакетиков. Там. Бля, хуёво. Хочешь в камере к дальней подойди? Я сейчас её... Во, бежит, а бежит, 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 ебать. Где? Снял камеру, нахуй. Сволочь, я сейчас его это... Где он? Падла, я на кой хер ставил капкан? А ему похуй на капкан, ему больше надо. Капкан так и стоит, тварь. Там надо 3 капкана, может, поставить. Чисто ему похуй на капканы. Да поставь ты капкан, ядрить твою, чему-то. Сейчас, давай я поставлю. Он мне показал 9 капканов. Он показывает, что мне 9 капканов, но не будет своего. Его любимое место. Тебя ушатать. Так, раз. Два. Три. Тут прям будем ловить его на камеру. 4. Нормально. Давай 5-ю еще вот здесь, вот так, чтобы блестеть. Давай. Блять, бежи. Блять. Сука. Я не успел винтовку достать. Нихуя тебя погнуло. А где он, нахуй? Он пропал. Интересно, блять. А че если я за эту встану? За березу капкан вот так. Ну знаешь, он в основном в сетевой игре где-то вот в этом месте ходит. Будем стоять здесь. Ловить его на живца. Давай. Бля, самому бы не попасться. Капкан жить больно дамажен, да? А вообще стой сам, лови его на живца сейчас ловим. Пошел камеру пялить? Да. Пиздец. Заебись. Блять. Пиздец. Что? Капкан нахуй. Блять, и этот бежит. Блять, по щам нахуй. Че делать-то? И я в тебя, конечно, не был. Нихуя, ну, он ко мне там. Он там, он... Сволочь, он
через стену меня ударил. Блять. Я два раза по нему ушел. Бля, в пизду нахуй, я его вижу, он гомосек, блять. Да ты задрал сюда бежать, чмо, ничего, ты хоть дверь откроешь. Блять, я знаешь, в чем минус? Это снайперский прицел очень хуево передвигается. У меня, кстати, хп мало осталось, блять, помру нахуй. Да что ж ты? Я попадаю вообще, блять. А ну вот я смотрю за камеру, которая за тобой стоит, вижу, как он там шляется вокруг меня, да, и тебя, который пытается. Блять, да пиздец, я пытаюсь вот посмотреть, нихуя он место сменил, он сразу к тебе побежал. А, у тебя, наверное, хп больше, вот он к тебе побежал, блядь. Ну, конечно, выбирает цель по элите, молодец. Пиздец. Ты там это, из объектива камеры не уходи. А чё так? Я съемки делаю. А, ты тоже снимаешь? Да. Да я рофлю, алло. А-а-а. Мало ли там этот твой шаддер плей снимать твои лучшие моменты в жизни. Блять, бежит нахуй, сука. Я не успел, понимаешь, я нажал выстрелить, он уже взял, блять, за жопу нахуй. Да хули, еще раз. Он меня сейчас отпиздит, то ли у меня капля, блять. Блять, да ну тебя. Что, нет! Пиздец. О, я заново появился, слышишь что? Пойдем к моему трупу, хули. У меня два патрона осталось, ну пойдем. Блять, а куда я пошел-то, блять? К твоему трупу. Тут тупо моделька лежит и все. И нихрена стоит. Пиздец, нету винтовки, нихуя нахуй взял и сбил, блять. Что за винтовка, пойдем? Куда? В болото к нему домой. Ну пошли. Пошли, блять. Если за эту серию мы его не отпиздим, мы еще тогда завтра будем с тобой этим заниматься. Это будет долго. Да не, у него, кстати, хп быстро тратится, не то что в одиночном режиме. Мне обидно то, что винтовка проебалась. Он меня просто взял и отпиздил нахуй. А ты, блядь, в камеру пялил. О, хотя бы пострелял. Там что-то есть. Там есть камера. Нет, тут какой-то ворот. А, ворота к нашему этому дому. А, понятно. Тогда по. Вот смотри, идешь за мной, вот о, значит. Туалет. О, вот тебе и винтовка в туалете. О, да ну нахуй. А чё у меня? А, два патрона. Ну ладно, только пойдем. 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 Давай сюда повесим. Бля, камеры кончились у меня. Или не. А, ну да, у меня кончились. Короче, сейчас тогда идем по этой дороге. Так, здесь поворот, да? Или что здесь, блядь, не вижу нахуй. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, здесь тропинка. Да не, не туда. Не туда, давай обратно, я вспомнил что. Я нашел разбитое коры. А патрон там не нашел? Да. Ну корыто же разбитое, значит. Блядь, пиздец, дерево падает. Дерево падает. Поскольку падает. Он падает с дерева. Ты не туда пошел. Я понял уже, что я не туда пошел, я в стену. Постарайся вернуться к этой тропинке. Если вернешься, конечно. Я еще один толчок нашел. Да мне даже стараться не надо, ты что, не знаешь, что. О, он в капканы попадается, лох ебаный. О, я тебя вижу. Я буду стрелять. О, видишь? Меня видишь, да? О, вот смотри, бежим вперед вот через эту вот хуёвину. И вот у тебя там, сука, ружье
с левой стороны дрожит. Так, да. А теперь бежим еще вперед. Вперед продолжаем. Ну, он там в сельском туалете еще что-то лежит. А, не, нифига не лежит, мне показалось. Бежим дальше вперед. Эш, он похож на кассу. На кого похож? На кассу. А. Короче, по-моему, сюда. Сейчас, если страшные звуки будут, значит все заебись. Мне кажется, вот так вот надо идти по тропиночке. По какой? Ты тропинку нашел? Да, тут тропинка как. А, вот страшные звуки пошли. Он, короче, тут где-то. У него здесь вход в эту, в его дыру. Да-да-да-да-да, вот его дыра. Ну и дыра. Джек посмеялся, как будто прокашлял. Блять, пиздец, звуки пошли. Напряженные, блять. Кстати, я, да, я прокашлялся. Ну и дыра в натуре. А теперь мы вышли в его долину, и теперь надо идти в левую сторону, в болото. Кто срёт-то? Пошли в левую сторону, в болото, вон туда. Такие звуки, как будто кто-то сел и знал, но так присирает. Знаешь, это как я на стул свой старый сажусь, когда я в арк играю, вот этот вот скрип. Это, пацаны, начинаем фармить, и вот этот звук скрипа, нахуй, блять, опять деревья скрипят, ёбаный рот. А, вот это болото. С таким звуком деревья в атласе падают. Короче, тут надо... Корыто, только побольше. Так, а тут надо еще найти сапог. Болото Шрека. Да, тут надо найти сапог, короче, и возле сапога... Тут винтовка. Сейчас искать сапог на болоте Шрека, это такое. Вместо Шрека. Так, ладно, давай обратно, там нету. Я тебе дам обратно, я не уйду отсюда, пока не найду Шрека. Оно там где-то возле вот этой лодки, которую мы нашли. Шрек злав. Блять, ебать он лох, смотри, у него уже сколько хп. А? Ебать его там нахуй. Я знаю, где он там. Он в болоте, думаешь? Ну где ты капканы ставил? Ну он у той камеры по пятью капканам. Смотри, уже пол хп нет, блять. Так. Чё зыришь? Короче, пошли вон туда. Там у лодки, по идее, рядом есть снайперка. О, нихуя мы ее быстро нашли, лодку. Так, что ее искать? Так. Вот, блять, я помню то, что есть сапог откусанный. И возле него снайпа. Если тут нет снайпы, мы сейчас будем искать его личный домик. Именно в этом же месте. Так, стоп, это что, еще одна лодка? Их тут две, слышь. О, он камеру снял. Скотина. А ты где? А я пошел искать Шрека. Еба, вот зря ты разошелся. Mm-hmm. А ты куда делся-то? Еще говорю, Шрека пошел искать. Пиздец. Далекие дали. О, я нашел хату Шрека. Хату нашел. Да, тут свиные головы, это точно Шрекодом. А еще внутри. Да еще две башки. Нет, подожди, сколько их? Тут их тут дохуя вообще. Нет, ты знаешь, я. Его дом нашел, я вот про это ты говорил. Я еще туда не вошел, я так на пороге стою. Знаешь, похоже больше не на хату Шрека, а помнишь, старый прикол был про My Little Pony, типа не входите в. Помню, наверное. О, ебать, я нашел эту патроны для снайперки. А где снайперка? Бля, заебись, я вот нашел эту лодку, да? А во, я нашел, есть снайперка, есть. Отлично. Я что-то немножко очкую заходить без этого.
сарай. Стой, я нашел сапог откусанный, все как надо. Я сейчас стой, будь там относительно сапога, я тебе сейчас попытаюсь найти, ты фонарем свети побольше. Бля, ебать. А, вот, это дыра, нахуй все. Я понял, где ты. Ща, я иду, будь там, в этом доме, или где-то там. Нихера там нету в этом доме. Фу, блин. Я думал, там будет хоть кто-то, хоть Флаттершай. А тут только свиные бушки. А тут красные кусты у тебя рядом, или что у тебя? Я вообще на горке, типа, не такой. У меня тут деревья высокие, я даже не вижу их вверху. Во, я тебя нашел. Здорово, заходи в сарай. Заебись. А я снайперку нашел. Блять! Это пизда, что что-то должно произойти. Слушай, ты этот скример тоже поймал или нет? Нет, я не поймал как раз. Я зашел, походил тут внутри, вышел, еще раз зашел. Потом вышел, тебя встретил, зашел с тобой, и ты словил скрима. Нормально. Блять, он из дыры. Я вот знаешь, чего ожидал? Я ожидал то, что зайдешь, и вот он как положено, из этой дырки тебя начнет хуярить. А он начал меня сейчас из дырки такой вылез и начал меня жрать, блять. Блях, сука, хп отнял. Пойдем к этой, к дырке, его входу, блять. Пойдем домой. Я достал снайперку и 23 патрона к ней. Сейчас я его хуярить буду, а ты будешь стоять как мясо возле этой камеры. Спасибо. Ну, типа, блять, опять падает что-то. А ё-мать, ты чё ты такой неуклюжий? Сука, как будто он этот мешок картошки до дома допёр, блять. Ладно, Шрека мы не нашли, зато мы нашли Старайка. Да, а это вот не Шрек, по-твоему, да, меня сейчас? Не, ну, знаешь, типа... О, вот сюда надо. Я типа вот был пушечным мясом, теперь им ты будешь. Да это ты просто, у тебя карма такая грязная, вот он на тебе и агрился. А я шо, он мне прям стоял и смотрел. Да я сейчас со снайпы его просто отымею, а снайпу просирать как-то обидно будет. Я ж уже просрал одну, получается. До дома дойти. До дома дойти, идем вперед до тех вышек, а потом налево, помнишь же? Гаси свет. Почему? Оно чувствует свет. Ага, зато мы друг друга видеть не будем. Ну это отлично будет вообще. И вообще ничего видеть не будем. Вон я вообще, я вот тебя вижу, только как фонарь включу. Ладно, пойдем. Ты в другую сторону идешь. Не, я в ту иду. А, нет, не в ту иду. Блять, сука, спутал меня. Блять, чё нахуй, дерево, сюда иду. Так, чё у нас там? Вон он, сельский туалет. Сельский туалет. Так, в нем ничего. Ну все, идем как надо, сейчас доходим до туда. Идем еще вперед. Бля, и даже карта не нужна. Так, а тут теперь. Ага. Ага. Туда идем. Да вон он, наш дом, да, вон там. Да, туда идем. Сейчас это там камеру поставишь, если он ту камеру снял, конечно. Ебать весело. Сейчас он в доме ждать тупо будет. Бля, он там снял, да? Он ее там снял. Я подойду поближе туда. Посмотреть. Да ты иди через камеру. Да не через камеру надо смотреть, а надо поближе подойти, чтоб я попал. А ты прям возле... Ты прям это, встань возле нее поудобней. Для меня. Хороший ракурс, видно меня? Да, видно. Фотографируй.
Фотографируем. Мне знаешь, что больше интересно? Ой, давай еще раз я моргну. Он сейчас ко мне прибежит или к тебе? Мне вот что интересно. Сейчас к тебе прибежит. Ко мне! Блять, на. Попал нахуй. Я прям увидел ошметки кровавые такие. Давай, сейчас еще прибежит нахуй. Блять, ко мне бежит. Ну-ка, прям в почку нахуй. В почку? Вон она бежит. Блять, опять бежит нахуй. Я его, знаешь, я его с первого что достал, блядь. Ну куда? С ружья она, нахуй. Блять, опять бежит. Блять. Да, он обратно побежит. Че он меня тут? Блять, опять. Ну че ты, блядь, стоишь на месте? Ты косой. Я в него попал, вот, на, еще смотри. Ща, бежит нахуй. На, еще, блядь. Гачим нахуй. Блять, головожопик нахуй. Сука. Доложу. Куда он делся, блядь? Сейчас мы его убьем, нахуй. Нечем его убивать, прикладом тут драться. А у меня есть, вот, у меня есть ружье, блядь, и снайп. А. Че, опять к камере пойдешь или вместе с тайм? А давай вместе пойдем. Не, я хочу патроны. В смысле, вместе давай пойдем? Я хочу патроны, потому что как бы типа, где они? Типа нет патронов. Типа все, кончились как бы, патроны. Типа я так не играю. Ну, что за дебилизм? Где по им патроны? Все, я буду стоять и смотреть. Вот я буду через нашу любимую камеру смотреть. Через какую? Камеру третью? Да. Камеру третью, блядь. Что ты тут забыл? Ушел нафиг отсюда. Блять, надо тебе дверь... Он что, туда прибежал? Дверь закрывай, я не знаю, не понял. Я что-то слышал, капкан. На камеру переключился, на другую. Блин, ну давай потихоньку нахуй пойду. Давай, выдвигайся. Я наблюдаю. Что-то вот не слышно ничего. Я вообще, я... Блядь, бежит, сука. Вот прикинь, он мне, сука, не дал выстрелить. Блять, может ты это, со мной нахуй будешь, а то сейчас вообще нечем будет его убивать. Толку, если у меня патронов нет. Где он нахуй? Его не вижу, но понимаешь, толку, если патронов нет. Ну толк от тебя есть, ты будешь это, он будет тебя бить, а я по нему стреляю. Ай, собака, что ты за человек такой? Да я камер понабираю. Не, у меня уже пол хп, он мне уже опять в почку дал. Я просто не могу по нему стрелять. Че это? Он опять на капкан нарвал. Он почти сдох. У него писюлька осталась, блять. Лошара. Ну в натуре тупой, че он лезет на эти крылья? Не знаю, если в одиночку играть, он как-то страшней. Он появляется непредсказуемо в одиночку. Блять, он сейчас, наверное, опять капкан подойдет и все. Пошли туда, чё? Пошли. Я, у меня 47 камер, я типа это все на себя понацепляю, офигеть. Ты если чё, перепрыгивай на капкан, так, байти его, байти. Ага. Вот бы только сейчас самому не упасть, на как бы я сдохну. Ну и где оно? Оно чё-то очкануло. Чё-то очкануло. Стою, смотрю, значит, может это ружье лучше достать? С ружья сейчас эту писюльку. Кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис. Бля, ебать, где он нахуй? Может ему нравится мой большой ствол, так что возьму его в... Спина к спине. Куда ты уходишь? Говорю, спина к спине. Да хуй знает, самое интересное то, что, блядь, а ты сам где, бля, вот ты. Самое интересное то, что вот у него осталась писюлька, он хуй знает, куда ушел. Блядь, бежит. Умер нахуй. Блядь. А, ты помер? Так кто из нас из всех? Алло, куда? Там написано было, тут импаут-то вин. Уин? Ну, не зевал, как Уин был. Так мы его забайтили или что? А он на капканы попал, блядь. Ох, я его забайтил на капканы и сам туда шагал. Естественно. Ну ладно, дорогие друзья, подписывайтесь на каналы, там, зевалки и меня там.
Всех с наступающим. Ну, всем удачи и всем пока. До свидания. Тупо флекс. У него с этой камерой какие-то проблемы. Бля, тупо флекс. Зато этот хулиган не ломает другие камеры. Заебись. Ну что, я пойду за байчу. Давай. А он не... Подожди, дай я в камере посмотрю, как это выглядит. В камере это вообще угарно выглядит. Это типа так... Знаешь, если бы он... Если бы до этого просто изначально это увидел в камере, это было бы очень... Ты можешь спуститься осторожно, посмотреть на кам один. Блять. Нет! Ты не сдох, ты прикинь. Ты прикинь, он, оказывается, на меня был сыгран. Забайчено. Да, блять.